кто больше всех заработал на геймерах в 2022 году. Неплохой куш сделала бывшая российская компания PlayRix, которая известна в мире своими три в ряд – Homescapes и Gardenscapes. На играх они заработали 2 миллиарда долларов и заняли четвертую строчку. Третье место по выручке за китайской компанией NetEase. Она была известна тем, что управляет китайскими версиями игр Blizzard. Но в 2023 году сотрудничество кончится. Никаких больше 2 миллиардов. Второе место за самими Activision Blizzard. Сколько бы их ни хоронили, они все равно делают свои деньги. Например, им принадлежит безумно прибыльная мобильная Candy Crush. И первое место за Tencent, которые купили все, в том числе все проекты Supercell. Китайская компания заработала почти 7 миллиардов долларов на играх. Больше статистики в ТГ.